А теперь главная новость. Приготовьтесь. Мы анонсируем арбалет-автомат. Вы заметили, что пальцы начали мерзнуть, когда выходишь из дома пострелять? Прохладно уже, зима близко. А это значит что? Верно, две вещи. Раз, пора надевать перчатки. Два, настало время подводить итоги прошедшего года. Говорят, трудные времена рождают сильных людей. А сильным людям нужны мощные и удобные арбалеты. И сейчас я расскажу вам о новинках и изменениях рынка, которые принес нам 2023 год. Привет, Олег Бирхантер. Начнем за упокой. С российского рынка ушли все американские производители. Такая классика, как Tenpoint, Barnett. Теперь доступны только тем, кто готов переплатить до двух раз за заказ и транспортировку из-за границы. Помянем. Теперь за здравие. Освободившуюся нишу заняли российские и китайские производители, в том числе и Бирхантер. Да, мы остаемся с вами и продолжаем модернизировать классические модели и создавать новые, чтобы вы могли чувствовать жгучий азарт от стрельбы. Время подвести черту. Начнем с модели, которую выпустили наши коллеги. Не на правах рекламы, мы забыли опять предложить им заплатить нам. Он вам что, платит? Знакомьтесь. ЕК Влад. Многозарядный рекурсивный арбалет. Да, в этом году миру явился тренд на многозарядность, который мы, кстати, тоже поддержали в трех новых моделях. Чем интересен Владик? Своей многозарядностью. Обойма со стрелами сама подает следующую стрелу, и вам остается только натягивать тетиву. Скажем так, это отличный арбалет для новичка, который может потратить больше денег. Для знакомства с миром арбалетной стрельбы вариант хороший. Мы превратили многозарядность в настоящий тренд. За этот год мы создали 3 многозарядные модели на любой вкус и кошелек. И сейчас, к концу 2023 года, множество производителей поддержали нашу идею. Давайте я расскажу о наших новых моделях, которые уже покоряют сердца любителей арбалетной стрельбы. Mamba Aggregator. Многозарядная версия одной из самых наших популярных моделей. Mamba. Вы можете узнать о ней больше вот в этом видео. Откройте его сразу в другой вкладке или добавьте в «Посмотреть потом». В видео раскрываются все прелести этого арбалета. Наши наработки, которые делают его идеальным вариантом для спортивной стрельбы. Так чем же нас удивляет Mamba Aggregator? Магазин на 5 стрел. Взводи и стреляй без постоянной необходимости докладывать стрелы. В опытных руках эта система ускоряет стрельбу в 5-7 раз, а в неопытных, я думаю, и того больше. Сверхкомпактность. Вес 1 кг. Хорошая балансировка не дает руке устать, легко помещается в рюкзак. Мощность. Мощность выше, чем у оригинальной модели. Подходит для спортивной стрельбы, охоты и рыбалки. Как и все наши модели с префиксом агрегатор, арбалет использует стандартизированные стрелы, о которых я подробнее расскажу чуть дальше. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше об этом господине. Для любителей прокачать и разогнать что-то до предельных скоростей мы выпустили Супер Мамбу. Так, стоп. Супер Мамба вышла, по-моему, даже не в про... Не... Короче, ладно, пусть она тут останется, не помню, когда она вышла, но модель интересная и стоит того, чтобы просто о ней хотя бы тут упомянуть. Супер Мамба — это та же классика, но с новыми обвесами для настоящих профи. Мы сохранили все преимущества модели и добавили кое-что еще. Что есть в этой комплектации? Встроенный компактный приклад. Универсально и удобно. Одним движением руки превращает арбалет в пистолет в полноразмерный арбалет с упором в плечо. Там стоят планки на 120 фунтов, для тех, кто знает, что это такое. Как бы объяснять не надо, для тех, кто не знает, скажу, что арбалет становится в разы мощнее. И, в принципе, начинает претендовать даже на звание охотничьего арбалета. Новая кастомная тетива. Износостойкая, как батина кожанка. Не тянется и живет много лет. У сильной плечи еще больше мощности, умещающейся в руке. Больше информации о Супер Мамбе смотрите на сайте Бирхантера. Любители сочетать сладкое с кислым. Обвесы Супер Мамбы можно применять и на Мамбу Агрегатор. Правда, не рекомендуем вам туда использовать усиленные плечи, потому что конструкционные особенности магазинов со стрелами не дают использовать тяжелые стрелы. А арбалетом, я думаю, все вы знаете, да, важна масса стрелы, потому что энергия, которую запасает арбалет, она вся должна перейти в стрелу. Иначе ей придется развеиваться по самому арбалету. Поэтому если стрела легкая, то вся энергия на эту стрелу не перейдет, и часть энергии пойдет на то, чтобы разрушать сам арбалет. Мы вас предупредили.
Поехали дальше. Следующая новинка – это новый взгляд на классическую модель Doom Mini. Doom Mini агрегатор – это многозарядная версия нашего блочного мини-арбалета с обратными плечами. Те, кто уже успели пострелять из оригинального Doom Mini, получили удовольствие от его компактности и идеальной балансировки и пробивной мощи. Приклад или рукоять – решайте вы. Мы же решили, что вам нужна многозарядность, и запилили ее. Магазин на 5 дротиков. Конструкция стала тяжелее, вид внушительнее, а функционал шире. Телескопический приклад. Найдите подходящую длину для себя. Вес всего 1,8 кг. Это меньше, чем у многих ноутбуков. Но может ли ваш ноутбук выстрелить? Вопрос риторический. Между прочим, это самая компактная модель в мире из тех, которые можно использовать для охоты. Задумайтесь на секунду, Beer Hunter создал самый маленький полнофункциональный охотничий арбалет, и вам повезло жить в одно время с ним. Многозарядность немного увеличивает размер, но оно того стоит. На самом деле, что касается охоты, то тут вопрос риторически, нужна ли там многозарядность. Но тот факт, что мы не можем сделать стрелы потяжелее, компенсируется тем, что арбалет сам по себе мощнее. Поэтому арбалет подходит для охоты. Ну и при желании вы также можете снять этот магазин и стрелять без него. С моделью Хараон мы поступили тем же образом, что и с другими. Добавили многозарядность и слово агрегатор в название. Опять же, вы можете узнать больше об оригинальном Хараон в отдельном обзоре. Ссылочка уже горит в углу экрана. Хараон агрегатор, как и другие наши новые модели, унаследовал все лучшее от оригинальной комплектации, но обзавелся обоймой на 5 стрел. Натяжение тетивы до 200 фунтов, пробивная мощь, как и если попить ледяной воды после ментоловой конфеты. Компактный размер 65 см в собранном виде, обойма на 5 стрел. Отнеситесь внимательно к выбору стрел, чтобы вы остались целы, потому что все те прелести, которые несет магазин, также накладывают и некоторые ограничения, а именно стандартные стрелы. Очень важно, чтобы стрелы всегда выпадали, поэтому если вы там сами собираете стрелы, то прям убедительная просьба, ребят, внимательно смотрите, чтобы ничего не через раз проваливалось, а работало со 100% вероятностью, потому что иначе будет холостой. А холостой — это всегда плохо. А теперь главная новость. Приготовьтесь. Мы анонсируем арбалет-автомат. Электрический привод сам натягивает тетиву, отчего скорость стрельбы повышается до каких-то невозможных пределов. Это чудо еще в разработке, но вы уже можете узнать о нем больше в этом видео. Дата выхода — конец 23 года или начало 24, так что подписывайтесь на канал и включайте оповещения, чтобы сразу узнать об этом событии первым. Так, с новыми арбалетами разобрались. Чем мы еще порадовали-то? Мы часто упоминаем, что наши арбалеты помещаются в рюкзак. Это, конечно, так, но носить такое произведение конструкторского искусства в рюкзаке между бутербродами и паспортом несерьезно. А серьезно, носить арбалет в специальном чехле. Мы выпустили несколько разных сумок чехлов для наших моделей. Материал плотный, непромокаемый, износостойкий. Есть варианты для мини-арбалетов и моделей с прикладами. В карманы умещается вся оснастка, так что все для стрельбы будет помещаться в сумке. Предлагаем вам самим ознакомиться с нашим ассортиментом на сайте, ссылка на который находится в описании под видео. Что еще вы найдете там? Загляните в раздел «Стрелы». Там вас ждет что-то старое и что-то снова вернувшееся. Спортивные дротики и охотничьи стрелы для многозарядных арбалетов. Многозарядность требует стандартизированных стрел, чтобы те могли выпадать из обоймы прям одна за другой и ни за что не зацепляться и никак не нарушать механизм и процесс стрельбы. Поэтому мы сделали специальные стрелы для наших новых моделей. Также на прилавке вернулись премиальные стрелы «Шатун». Радостная новость для старожил нашего сообщества и для тех, кто готов вкладываться в свое хобби ради лучших результатов. Внимание, актерская игра. Так, ничего не забыл. Арбалеты, чехлы, стрелы. Это вроде все. Вот что нам принес 2023 год. Тренд на многозарядность был раскрыт полностью. Тренд на автомодернизацию уже раскрывается. Это был интересный для любителей арбалетной стрельбы год, и мы рады, что вы остаетесь с нами. Спасибо за внимание, с вами был Олег, Beer Hunter. Ставьте палец, подписывайтесь и обязательно включите оповещение, чтобы не забыть. Всем до новых встреч, пока!